Вот чё. Чё, ну что, Войд у нас хост, блядь. Чё, всё нормально, Войд? Команды, да? Войд отдыхает, блядь. У Войда 3 часа ночи. Короче, всё нормально с командами, да? Нет. Нам, пизда. Да. Кто бы там баранет, то этот. Вы же слабее, алло, ребят, вы же... Или я что-то путаю? Я вроде бы не вижу финалистов там, типа. Тихо. Алло, если ты как-то один на один выигрываешь. Мне тоже кажется, первая карта какая-то... Ой, первая команда какая-то не эта. Тут Кирита туда кидай. Вместо агента. Бля, вы опять слишком громкие. Точнее, не громкие, а неровные. Кирита туда, короче, вместо агента и... А он тут вообще... Элоис, ты тут? Он всех разъебет. А Элоис типа жесткий, да? Я что-то путаю? Нет, не знаем, поэтому и спрашиваем. Элоис, вроде... Ясно? Я просто... Я хз, я услышал от тебя, что ты говоришь жесткий. Элоис, какого бота тащишь? Высокого только, высочайшего не это, не раз через раз. Не, я вот так хочу. Ну, значит, нужно вешать. Ребят, короче, мне кажется, команда Скирта уже два раза подряд побеждала. Короче, кого вместо кого? Более сильных противников. Ну вот Кирита вместо агента кидай. Сейчас. Скелетона вместо чебурека. Нормально будет. Короче, Кирита на... Короче, Кирита на первую команду, да? Вместо агента. Кирита? И Скелетона туда. Слушай, наблюдатель, по-моему, выходил. Так, окей, дальше что? Вы играть будет? Не, я смотреть буду. Он будет стримить. Розовый. Так, и меня же хотели привезти кого-то или нет? Убери Рату хотя бы. Ты Скелетона еще убери, он тоже сильно играет. Так. К команде, к первой. Вот, и чебурека сюда, наверное. Кого? Чебурека давай, ага. Вот так. Вот вроде нормально должно быть. Я вообще хотел задротить, но походу я чувствую, что в этой игре это будет все говно. Кирито, выбери расу, у тебя случайно стоит. Или тебе так нравится? Да это может у тебя так отображается, может он выбрал. Ну ничего, какая разница. Нет, мне тоже показывает, что случайно. Не-не-не, у всех показывает, что случайно, он не выбрал расу, по идее. Он... А, он на рандоме да хочет. А Кирит вообще в чате, ребят? Скажите, пожалуйста, он в Дискорде? Кирита? Нет. Нет, он не в Дискорде, он в чат пишет. Слушайте, вы что-то говорите ему, но... Он вообще вроде из Египта. Так он по-русски, нет, не вельмес. А, даже так? По идее, да. Я же говорю, он из Египта. На английском только. Я чувствую. Что ты хочешь написать, Войт? Я полагаю, он хочет... Хочет написать, ты выбираешь рандомную расу. Во, все. Он обратил внимание. Все, мы добились этого. А, видишь, блядь, знаток английского. Расставляйте себя на карте, давайте. Ну, я так чувствую, что с Элоисом у нас ничего хорошего не получится, поэтому мне придется идти вперед. Короче, расставляйте себя на карте. Ну вот смотри, там получается вот такой полускобочкой, либо слева и справа, либо снизу и сверху. Сильных игроков на центр Леонардо Ларкаса. Где они? О, там? Я тогда не против. Ларкас, ты на одинах? Или наоборот, хуй знает. Как они там хотят? Оставляйте себя как-нибудь. Так, не, мы можем устроить, ребят, мы можем реально устроить битву более сильных игроков в центре и более слабые типа на подсейве. Ну вот, думайте, как лучше. На подсосочек. Ну чё, нет. Ребят, смотрите, если по факту эта карта устроена таким образом, что тот, кто первый теряет союзника, проигрывает по факту, то чего бы и нет. Да не факт, ещё может и выигрывает. Понимаешь, слабые игроки, как правило, стоят и ничего не делают. Да.
А если они будут на центре, то они... у них нет выхода, блядь, они будут играть. Ну вот, ебашь их тогда вперед. А, ну раз такие... То есть в итоге меня все равно назад... Не-не-не, все, я понял. Все готовы хотя бы. Так, погодите, надо еще Кирита поставить. Поставьте Кирита в центр, наверное. Они не вытянут, наверное. Да, если, блядь... Поменяй агента. Не, ну если... Поменяй меня с Ларксом местами. Агента на кого? Короче, кого с кем поменять? Имена говорите, Никит. Поменяй себя с Джилой. Ага. Нет, не так, не на карте, на командах. Хорош, блядь. О, так другое дело. Давай, выбирай команду. Можешь меня поменять оранжевыми местами? Ну я сам, ставьте. Кто все эти люди? Это может сами в свод входить. В смысле, я в центр, что ли? Я не хочу в центр. Пацаны, что это, блядь, за толпа в войсе собралась, охуеть? Сколько здесь, ну, ты, блядь, 20? Сколько нас? 8 на 8, что ты хотел? Я про войс говорю, а не про 8 на 8. Еще дядя Юра какой-то пришел. Привет, дядя Юра. Ты смотри, все, там какой трешак сейчас будет. А, Ларка все-таки назад ушел. Но тогда мне надо Элоиса поставить вперед, что ли. Кто желтый? Элоиса надо вперед, он сказал. Я желтый. Элоиса, я говорю. Элоис. Бля, как сделать это? Поменяйте меня на карте местами с Элоисом, синий и зеленым. Так вы же сами можете поменять. Я не могу, я пытался поменять. Я поменял. Элоис, просто вначале пытаешься дефать. Все, поехали. По комнатам. Погоди, комната. Так, ты по комнатам раскидываешь? Команда 2. Да, Леонардо, ты со мной. Ты меня к вам закинь, Ларкос. Окей. Оди. Ой, а у тебя стримак, блядь. Тогда давайте наоборот, нахуй. Меня к ним, что ли? Нет, сейчас. Скелетон. Блять, а кто в их команде? Я хуй знает. У них агент. Элоиз. Ой, и Кирита. Все. Кто? Да вы, блять. Элоиз, ты к ним в команде. Элоиз. У них агент Элоиз, Скелетон и Кирита. Все. Тринк, что тринк, делать упор тринк на юнита в начале? А ты где? У нас, он в центре. Так, где я в итоге сейчас? Я в центре, нет? Напротив Кирита, по-моему, если не ошибаюсь. Ну тогда. Да. Ждите. Ну самый замес в точке, где Леонардо будет. А ты далековато от него. Джилей, короче, все переносит. Казармы, всю хуйню. Парочкой пиратскими этими перехватчиками вражескую экономику. Да. Все на земную хуйню, типа, переноси на центральный остров. Залупа. Сейчас... На первые деньги, наверное, просто тебе башню поставлю. Ой. Ларкос, Ларкос, Данил. Почему залупа? Ой, блядь. Я экспериментировал. Сколько из городов? Число игроков 8. А, залупа города. Что-то я туплю вообще, пиздец. Че у меня? Самолет разведчик, ты что такой больной? Можно сразу Кирита убить, пока он слаб. Попробуйте, но будет прикольно. Центр, кто его поставил? В смысле,
А, зеленый. Тут же под боком прямо. Че? А, ну ебей, сейчас разъебут моих солдат вначале. Зайн бомба. Так, я слил первый отряд Кирита. Он даже пытается убежать. Я убил первых. Блядь. Темных, блядь, высирает. Что у меня там башенка строится? Мистер Скелетон Фокс уже здесь. Он уже здесь. Где? Вот, короче, город, который ближе к тебе. Он уже здесь. Эти... Может быть, он просто загулял их? Да, они, скорее всего, через разведку там. Да. Наверное. Наверное, сейчас заходим. Подожди. Вот так лучше сделать. План кошмаринга начался. Кошмаринг. Так, агент себя поставил, получается. Блять. Как я глупый. Какая глупость. Кажется, лось меня наебал, нихрена. А, нет, у него уже казарма стоит. Голубой, делай то, что делаешь. Мы, кажется, Кирита начинаем, блядь, разъебывать. Ну, я, конечно, задел. А он механического рудокопа призвал, ну, он даже его не пытается отвозить. Но у меня эти два суицидника, просто не обращайте на них внимания. А он взял улучшение, походу. Блядь, у него уже дождь. Подожди, вот этот город, он такой. Что там башенка, я не видел. Может туда откатить. Так, ну еще чуть-чуть. Сейчас я ему лабораторию разобью и отступаю. Нормально у него такой войска заблудились. На, без пиратских перехватчиков такой себе. Пошли, Чебурек, ты желтый? Я желтый. Пошли город забирать у меня. Пойдем. На, он фаз героя звал. Блять, я, короче, не буду пехоту юзать, потому что она не стрелковая. Ты же Алин. Ты же сам говоришь, что тебе пехота в самую последнюю очередь. Голубой, ты слил свои войска, да? Прием. У тебя процветание вкачано? У меня вкачано процветание 1 и горное дело 2. Желтый это свой? Да, свой. А, да. Я сам тоже сначала. Я просто вижу здесь какой-то разведчик непонятный. Бля, я опять хуже всех. Так, ну все, я вроде контролю Кирита с помощью телескопа. А, я уже что, могу. Что, мне добирать центральный город, Ларкас? Потому что нет. Я тебя перехватил просто. Кирита пошел у нас. Ага, пизда. Давайте его кошмарить, если он отправил войска. Куда у него столько солдат?
типа, у меня никаких лояльных. Голубой, давай вот эту хернюшку попробуем у него разъебать. Только сверху залез, заходи. Уже? Не иди, надо было отбежать. Так. Поздно. Бля, Спирита выкупил свою хуйню. Ёпта налево. Все, теперь колбас. Военные районы стоят. Че пошли? Даю хосту. Голубой, отступай, отступай, сольешь, сольешь. Голубой. Угу. Я его травку. Заходи за вот этот город, который мы почти захватили. И, и пытаемся его удерживать. Так, ну это. Отлично. Ох, там уже всех можно перетоптать. Покусим этого героя Кирита, голубой. Покусим героя. Ах, а тут два героя. Кстати, голубой, где твой герой? Сейчас, подожди. Я звук выкручу в говнище. Скорпионов вкуси. Не, с чего все способности когда пока. Пацанчики, тут что-то, блять, нас сейчас агент Скирита разъебут, по-моему. Уже, это по-моему. Так, Ленора там просто. Меня? А я жду перехватчика третьего. Голубой, я помощи не чувствую, голубой. А ее и нет. Куда ты остаешься? Ларкас, меня, короче, начинают потихонечку проносить. Я здесь буду сейчас метить красиво. Должен был помогать. Правильно сделать, что-то. Как поставить? Нет, не все. Кстати. Это подмога. Я пошел на цену. Куда ты будешь? У меня тут идет группа. Он такой город, мы вдвоем. Давай отойдем, а, типа тут что-то огромное количество. Я же не говорю нападать. Ларкас, что вы там проносите? А то я, блядь, не успеваю за всех хуйню. Тут уже все прилетело. Ну, голубой, покуси героя Кирита. Хотя там нечем покусить, но... Нечем там. Он уже пушку создал, слышишь? Кто? Кирита? Сиолетый. Блять, да что вы такие суки тугие, блять? Я в ахуе с этих долбоебов. Тугие суки. Тугие. Что там, город нормально стоит? Можно идти развивать.
солдат появились. Там как? Я тут накину тебе ресурсов. Так, далеко, да. Пожалуйста, ресурс заходит. Уже как честно все-таки. Уже двоих пауков у него забрал. Подбираю пахи. Голубой, хуярим вот этот город. Какой? Ингуй. Так, куда мой его герой шел? А чё с ней такой забыл? Походу вообще я его нигде не вижу. Вижу только его цитадель стоит. Что-то... У тебя пушки есть? Я поспорил, если от пушки. Чё будет пушки? Не делается. А, ещё деньги попасть ещё на то, что особенно пушки. Ну что там пушка сделалась? Хотя, ну вот одна пушка есть. У тебя, кстати, войска там около, ну, фрита, ты же знаешь, да? Да, я их потом. Голубой, отступай, отступай, голубой. Ну зря ты прешься все в глубь. Не ходи так резко. Выстраиваемся возле моего города и вот этого завода и отбиваемся потихонечку. Че за хуйня, почему это нуляется? Я, наверное, возьму опять группу своими, покошмарю ему там опять экономику. Вау, они нападают. А, они... Непонятно, что они хотят. Где мои пушки? Пушка! Иди. Понял. Я сейчас сломаю эту огонь. Бессмертный огонь, чтобы у тебя на фриты смог успокоить пожить. Голубой, а. не наступай! Купим силу, голубой, пусть сливаются об нас. Понял. Куда вы идете, мальчики? Ну тут отстроилась. Угу. Ты тут рядом с городом планируешь что? А можешь мне накинуть пару сотен голды, или у тебя все потуго по ресурсам? Давай быстрее иди ты, кусок говна. О, я тоже их убил. Подумал, все. Очень плохо. Можешь чуть-чуть подсадить? Я покажу. Ой, блин. Пушку надо вернуть, я еще не хочу посидеть. А че они не почекаются? Где, кстати, их этот... Дако? Не жив он вообще? Где? Дако.
конечно, побывать. Так, надо бы сейчас обвинить. Наверное, закончилось. Голубой, фокуси героя фиолетового. Быстро, быстро, фокуси все, всех на него. Мы его зажали. Давай, фокуси. Да все, все, все. Молодец, нападай, нападай. Все летит. У них есть экраны. Блядь. Ну они, короче, с Кирита охуенно, блядь, кооперируются. А мы все сливаем. Хотя не-не-не. А у меня песчаная башня. Сейчас цитель надо успеть уничтожить. Подожди, я им помогу, или не помогу. Ну, давай цитель уничтожить. Тогда им наш фланг там, там сам не поставится. Все, давно. Блин, пушки, правда, сломаны. Еще нам придется покупать. А, вот оно. А что произошло? Этот дождь сейчас заспал. Ой. Да тут все мигают. Ну это ты сейчас будет. Подать голос. У меня пишет Чебури. У меня пишет Леонардо. У меня ошибка включения теперь. Ты что, в итоге-то? Кто-то вылетит сейчас? Нет? Все живы? Леонардо вылетел. Бот, ну вряд ли там что-то стреляет сейчас. Ой, блин, ну при смерти. А мне крепость пронесли, да, которую я тебе строил? Че, Леонардо вылетел, да? Да, да. Нет, вроде же. Вылетел. Леонардо красный, он играет, нет? Он вылетел, это компьютер. А. Ну он даже молчится. В смысле, я тут? Меня слышно? Да, да тебя слышно. Ты играешь, да? Он не играет, там компьютером просто. Все, простите. Точка, если это комп играет сейчас? Да, да. Ну, только имя. А как он? Кто зашел, Кит? Так, давай город сносим. Сейчас я точно туда подойду, у них втроем. Ты вот это лучше, чего мультик. Больно смотреть. Лучше чего не играть. Чего лучше говоришь? Чё? А, лучше, понял. Все. Город развивается. Все, не захватывает. Воу-воу-воу, там джиггернаут. Нам пехоты толком нету, как бы, чтобы захватывать. Тут наверху что-то нехорошее происходит. Короче, если я не хлопану на центре, то центр пронесут. А, у меня 1000 золота, надо поломать. 1000 золота? Да. Было бы неплохо, если бы. Сколько тебе? Ну, штук 300, да. Держи, дорогой друг. Красиво. Да что, давай зеленого добьем. А, просто у них броня какая-то. Так, Войд, я смотрю твой стрим, а ну показывай, что там происходит. Ух ты, я ну, еще вот. Живой, типа. Ну, но герой-то знают. Стоит, видишь. Ну, по крайней мере, я нашу сторону не проносят, это даст шанс. Да сейчас уже пронесут, уже они вон возле крепости стоят. Да, не могут они пробить, видишь, там голубой вот нормально обороняется. И у меня столица, смотри, как охуенно ну, застроена. Голубой, это ты не бы... наступай, ты только обороняйся, сейчас пацаны пронесут, блять. Кстати, Ларкас, вы проносите свой край? Да.
Я развлекаюсь тут. Тут пока ничего не проносится, вон город надо захватывать. Бля, я думал, у нас хуёво дело, оказывается, и у Аркаса что-то тоже, блядь, никто не пробивает. У тебя тут куча юнитов, которые ничего не делают, они стоят за городом, ох боже. Спасибо, что сказал. Тоже вертим. Ты же мне говорил, да? Нет, на самом деле, ну ладно. Блядь, режим обороны, не нахер вы туда идете, дебилы? А могу к вам скинуть 200 голду? Ну это жопа, конечно. Почему ты не используешь контрольные группы? Что, что такое это? Голубой это, застраивай там оборону как можно сильнее. Вот циферками выделять войска. А я играю с ноутбука, у меня клавиша FN, надо прожиматься для этого говна. Мне это очень сильно неудобно делать. Так, где мы герои? Кстати, голубой, было бы хорошо, если бы ты просто бункер построил. Почему это место? А ты думаешь, я успею построить бункер? Мне кажется, его тут разнесут к херам. Че говоришь? Сколько у тебя центральный город стоит? Центральный город часто? Они тут идут нападение. Вон воздушный взрыв использую на это крейсер. На истребитель. Вот, блять, агент любит хуярить пушку дожи, сука. Кто у него пол хп еще, блядь? Включай кушку на истребителя. Агент. Пушку на истребителя. Агент. Побьешь, короче, да? Я пойду. Но если зеленого сольют. Если они сейчас сольют. Они красного сольют, то продолжится равносильная игра. Ну, более-менее. 3 на 3, то есть. Так, а ну, вы еще пока не слили. Да, единственный шанс. Потому что если тебя салюта зеленого отстоят, ну, проебут, короче. У меня уже войска заканчиваются немножко. Понятное ну, дело. Ну как немножко? Множко? Вот зато ресурсов у красного, который стоит, дохуища. Только толку они, блядь, в унитаз. Кстати, но... пробовал ли это использовать Кутер, стратегию да. И Supreme Commander? Типа те, кто по бокам на воздухе, а те, кто ближе к центру, те они наземных юнитов используют. А по бокам те, я которые... Пытался. Я пытался играть тут через воздушные войска, но ты сам видишь, я уже в какашках. Давай, пошли, дурочки. Тут сейчас город падет. Город у красного падает. Проносят красный город или нет? Проносит, проносит. Типа я вот тут кое-как дефую это все, но... Ну заебись, я его застрою. А, он уже, блядь, он уже на волоске, охуеть. Да, там нужно только пехоту подвести и все. Перемирие. Голубой, это войска, собирай войска, не наступай, ты сейчас сольешь. Лучше держи оборону, пока пацаны снизу протащат. Слышишь, Ларкас, ты не иди сейчас на Кирита, с зеленого слей. Да зеленый. Иначе. Там синий-то защищается, о, видишь? Пока синий он защищается, город... там я не могу просто так взять и забрать. Он город. Не возьмет. Лучше помоги ему забрать город, потому что минус красный у вас, и вы минусовать зеленого. Ну я хуй знаю. Просто именно сейчас, если не успеешь, ну буквально минуты две, наверное. Надо, чтобы отвлекся, чтобы... Смотри, город раздолбан. Выйдет с кем. Город вообще полностью раздолбан, но... А, все, у нас такое какое-то. Войт, покажи опять город красный. Чё там, голубой хоть выстроился? О, красавчик. Стоит, голубой, да, получше. Голубой получше войска так распредели, чтобы они, блядь, вдоль стояли, и чтобы, когда они нападут, равномерно отбиваться. Скиньте мне Тимония, нихуя не быстро. Может быть, пускай он этих винчей во второй режим, ну... сделает. Фух, да, как вариант. Все, зеленый проебал. Подальше туда подставить. Теперь Кирита потруднее должно быть. И пусть да нихуя, там у агента, возможно, там какая-нибудь пушка строится или левиафан по-любому, так что готовьтесь к пиздецу. Ну, типа, агента... этих, и Винчи сделает во втором режиме, и дирижабль пускай еще сделает, чтобы была как поддержка. Хотя, наверное,
еще говоришь? Застрой военный район, просто забей его нахуй полностью. Ларкас, а можно как-то по своим городам стрелять или по городам союзникам? В плане. Не. Ну атаковать город союзника можно через нет. какую-то кнопку? А, ну, не, friendly fire в игре нет. Хуёво, просто можно было так забрать мой город с голубым. Можно или нельзя? Чуть-чуть помощь. Я не могу это. Если тут в нашей тусовке есть какой-нибудь программист, который может сделать friendly fire в игре. Ага, пизда. А, нет, нет. Надо героя, короче, спасать мне. У тебя этот. Вон, степной голем, чего? Чего? Воид, покажи, они там зеленого пробили или нет? Да, пробили, он мертвый. Кстати, а может можно это... Я попробую сейчас авиацию подрубить, подрезать немножко у врагов. Слушай, может его... быть можно это через дипломатию объявить войну? А тут нет дипломатии. Но я не могу. Мне тьмой не нужен позарез вообще, но... Мне это кому? Я какой цвет? Оранжевый. Оранжевый. Я могу тебе 200 скинуть, но считай, что больше нет. Меня тоже вообще тьму не понимаю. Желтый, у тебя войска, по-моему, там стоят без дела. Я... На базе. Я их веду. К оранжевому. Чини вот этот ее. Там... Войд, покажи красный город. Чё там? Я стоит. Тут один город вроде как отбиваю, это потому что... Это не тот что-то... город. Ты синего предлагаешь, да, Ларкас? Да, хуяр синего, короче. О, заебись. Голубой вроде там это... осел. Голубой, не спеши, не спеши, ты только сольешься. Лучше держи оборону. Да, вот так вот покусывай его и отступай. Ну, я только это разведчиком делаю, но ты видишь, какая у него авиация уже. Проносить. Твоя задача, блять, просто держать линию и не всрать. Типа я не могу и себе великий город. Его, чтобы отвлекать, сливать ему некоторые отряды, чтобы его легче было потом добить. Блять, пушку потерял, не уследил. А, нет. Кот пушка живая еще. Не, может быть, пускай это... Кто-нибудь Ленора эти войска Кирита возьмет и... Как сказать, ну эти вертушки собьют воздушным взрывом. Я предлагаю кому-то скинуть. У меня есть Ленора. Как вариант. Что с Кирита сделать? Где у вас там воздушка? Пушку собираешься делать? Да, надо пушку сделать. Типа, если у кого-то есть калькулятор, извините, просто я могу вот кучу голды скинуть буквально за 2 минуты. Пацаны, ну, пушка, вы с пушкой победите, быстро, блядь, что-нибудь придумайте и скидывайте Ларкасу тимоний. Да нахуя мне, я один, калькулятор у кого есть. А. Не, я не строил. Хуёво. Чебурек, строй калькулятор. Блядь. Yes, sir. Их тут немножко больше, чем мне казалось. Вой, ты битвы показывай, что ты мне показываешь? Здесь. Здесь. Будет будущее, это вы профессионал. Как этот Юрий, вы профессионал. Супримку снимают. А тут у нас Rise of Legends. А вот, так, калькулятор. На последние деньги строил. А, у меня захватили этот город, который полностью застроил военным. Я отбираю назад. И не наступает, да? Вон козел, блядь. Чини, чини центральный город. Чинишь центральный? Кто там похрустывает? Так. Калькулятор, говорите, нужен? Уже конечно, чини. Где-то пушками ковыряют эту хуйню просто. Постоянно. Калькулятор, чё мне так дать? Пить. Тебе нужен тимоний, да, верно? Нет, у меня нет пушки, блять, я один.
ты ее строить сейчас будешь. Я тебе все скину, короче. Скинь всю голду, слышишь, голбой, скинь всю голду. Кому? Желтому? Да. Желтый Тимоний, не трать. 1800 пушка стоит. У меня 1600 Тимония, подожди. Тыкни калькулятор разок на Тимоний, да и все. Исследование тыкай. 7 у тебя, блять, вон исследуй. Горное как дело 4. Тимоний прокачай. Тимоний прокачай, это добыча Тимония. Ну все, строится, нет, пушка? Пушка, подожди, да еще чуть-чуть. Я сейчас построю ее, подожди. А че? На калькуляторе тыкни разок. Да-да-да, все. Пушка конец света строится. Зашибись. Где она? Мне подсказывает, что у них уже строится она. Слушай, это может вы, кстати, попробовать этого построить и Джаггерна, он Джаггерна, это Левиафана. Не стой. Не строят? Нет, я хуй знаю. Голубой, слышь, нападай, погнали нахуй. Я уже, блядь, прижал его в город. Не синего убивай. Всё, олыню. Не, я лучше этого пойду. Может, розового душить или как? Давай розового душить. Если чё, вернешься там же, блядь. Ну, да, чё. Левиафан в PvP не особо решает, да? Нет, вообще. Ну как бы, блять. Просто не может. Переломить ход битвы-то может пехоту потом. Ну, если только там здание ломать, не то, блядь. Ну, во фланге его пустить. Кстати, можно попробовать во фланге эти вертушки пустить. По бокам обстреливать. Я по синему направлял он по настройкам. Блять, у Кирита вообще нихуя нет, кроме скважины, на. Да Кирита какую-то хуйню творит последнее время. Войска зато у него есть, он броняется. Голубой, сейчас сольёшь пехоту. У меня нету пехоты, все считайте. Хорош, блядь. Ну, дракон есть у синего, бля. Пушка. А, ебать. А я еще и Леона проебал. Ебашь, пушка. Нихуя. Игра становится интересной, да? Сколочный, куда мы? Смотри, как разъебывает дракон, ну. Чё делать? Он еще под бафом, блядь. А это по зданиям ёбнем туда? Сюда. Я могу. Ну ладно, бегу, короче. Молот тоже. Прицел стоит. Так. Блядь. По каким зданиям ты ему сказал ёбнуть? Каким? Молот должен, блядь. Конец света, пушки ёбнут. А нахуя ты ульту вкачал? Ну это же говно полное. Так, почему его ударить еще раз, скажи, по столице Кирита? Вот сюда вот. Вот, да, чтобы вот эти вот все крепости, все вот это вот задело, короче, и город в том числе. Там, походу, только город заденет. Ну да, потому что... Постарайся, даже если там чуть-чуть заденет. Да он уже... Ты запустил, нет? По-моему, да. А, да, запустил уже. Неправильно прицелился. Ты по центру города ударил, достаточно город задеть. Чуть-чуть областью. Блять. У тебя еще и едут. Ладно. Да. Не, крепость задела. Задела Ларкс. Он мог намного больше задеть. Ну это слабо, блять. Там надо было немножко задеть город, и все, вот эти вот крепости, и казармы, все это снесло. Что, дракона проебал синий, нет? Ну я там побил его, типа. Дракон живой, целёхонький, блядь. А, вон дракон, кстати, херачит моих шахтёв. А, башни его, короче. Башня, сейчас он вас заебашит. Пушку снесет по-любому. Калькулятор мне лучше. Не, да мы не слабый по нему проходил. Сегодня. Ебать, фул хп, хули он улетает. Он еще и взял. Блять, надо в ответку дракона создавать. Ты создавай, ну, блять, это хуета будет. Сейчас еще, блять, Кирита там если отстоит. Войд, покажи, голубого там проносят или нет. Ненормально там, блять. Да не, меня не проносит, я живу. Голубой, пытайся пока кусать Кирита. Я рвусь. Там что-нибудь. Чего? Всем, что есть, как... чебурики, баш сильно.
Он тогда дракона у тебя держать будет, и типа... Все, заебись. Ну, интересно, нет, куда ты тут разрослись уже. Куда ты ебанул его, молот? Ну, сейчас бы хорошо ебануть в толпу, блин, молотом. Просто, блядь, было бы. Оу! Да не, я думаю, это было как бы шоу. Это ж убил это. Где у него молот-то стоит? Видел там молот, боже? Видел, да. Где? Долго слишком игра идет уже. А ты видел, как он играет? Вот он, блядь. Кто упал? Как дождь ультовал. Да. Ой, не спойлери. Кого не спойлери? Так те, кто смотрит, да. Они же не играют. Так наши ж, те, кто играют, же в войсе сидят. Нет. Так я же не говорю ничего. Ты... Ну и не говори. Да не вот. Я говорю, Ларгас, слышали? Создавай дракона уже, ёбаное все. Да отъебись там дракон, мне не нужен. Можете подкинуть монет? Я джиггернаута уже завязал. Ебать, вот это было красиво. Нихуя переключиться успел. Данил, ты какого цвета? Пиздец, блять. Я оранжевый. Пиздец, охуеть, он в молот просто наебнул. Да. Блин, я только хотел предложить молотом по молоту. Ты там... без дракона ничего не сделаешь, короче, тебе надо... А винчи у вас есть какой-нибудь? О, не, сотку, Тимона, я оранжевый. Ну, один винчи вылетел из игры, а так, блядь, двое... А винчи. Второй на лоу ресурсах постоянно, потому что крафтит без КД себе все, что только можно. Это наш? А как у вас там никто не вылетел? Вылетел Леонардо с кого-то. Волшебство? Вихрь качни, кстати, нормальная тема была. Я 5 уровня, да. У меня фудовый. Мне на пушку нужен великий город, а у меня город да не вкачанный. Алексей, ты серьезно? У тебя нет великого города? У меня нет великого города, типа я настолько все в голову все скидываю. Артём, в... я не услышу. Персонаж. Не повпшился. Не, давай строй город. Провайдер не позволяет. Строй великий город, улучшай войска, все улучшай там. Ну, Тимония сотка, блядь. Короче, я мир даю, я рот ебал. Ну, все правильно. Да, он тем драконом нормально сейчас вам все расфигачит. Ту. Это перехватчиков надо наделать просто и все. Справитесь вы с драконом. Я их вечно сливаю, этих перехватчиков. Там вроде перехватчиков вы очень долго будете войска. Убить. Может голубой отправить свои воздушные войска вниз и за... У меня уже их не осталось почти. Это хуёво. Хуёво, хуёво. А ну, Войт, нажми на джиггернаута. Вот дракона начал откатывать. Потому что полно... Да, нормально, у него выносит. Ебать, у него войска, нахуй. Ну, давайте, где ты, мразь? Ты его улучшай тоже там. У тебя бабла как раз. Нет у меня Тимония, блядь. Ну... Да ничего, ты, ну, подкопи. Сейчас я передам, подожди, надо. И в этой хуйне лучше будет да, вообще. Пока, пока у него дракон поврежденный, типа, ты можешь его вынести в бейку. А где он? Ты его распуярил. Там недалеко от тебя, синий. Он тебе дал Тимония. Еще голды 200 нахуй. Капец тут красного войска. Все. Все, улучшай. Улучшай. Красного там 2 города. Заебись будет. Хорош. О, нашел. Ну только, блять, ты по городу фигачишь, а не по дракону, дебил. Да я не вижу. Ну он рядышком. Так у него нет дракона, блять, где ты тут дракона увидел? Он, блядь, перед собой прям. Да ты его каждый день видишь, блядь. Так, а тут что у нас? Жизнь, тут голубой, ну хуй знает, голубой прессинговать, мне кажется, пора, блять. Правда там крепко. Да, кстати, голубой, тут, ебать, там тут вообще всего есть. Куча, тут, глядите. Бесконечно. Оу, щет, сейчас тут дает. Пусть вам. Скорее всего, по дракону тоже пойдет. Да, попал. Рыжий, он вряд ли успеет вылечиться. Хотя, блин, кто знает.
Сука, он лечится, хорошо, блин. Данил, ты тоже полечи... А, ты здесь. Битва драконов, нахуй. Он убежит, скорее всего. А тут не только дракон, тут, блин, на дракона да, синего. Гасит, да, гасит. Меня прессуют. В две армии меня прессуют. У вас там все как хорошо? Бить, добить, добить, нахуй. Он сейчас вылечится. Загасишь, загасишь, давай. Я так понял, там голубого, да, прессуют? Да. У меня войска уже заканчиваются. Давай, ёбаный его, давай, давай, давай. Да нахуй, блядь. Все, погнали. Все, иди помогай голубому. Иди голубому помогай. Вот, обстановку, обстановку показывай. Обстановка хуёвая, нахуй. Если на голубого пойдут, нахуй, его разъебут. Уже. Видишь, они как, сколько их дохуя тут. Блять, почему? Нужен... Прям сюда бы сейчас в эту толпу фиолетового закинуть, вот тут дракона. Дракона, блядь, Левиафана, нахуй, молот дожи еще, блядь. Да. Интересно, кто-то из них строит Левиафана? У меня заканчивается, все, меня выносят. Пизда вам, короче. Это Кирита, наверное, да, розовый? Кирита. Все понятно. А что-то куда пустоту, это? Куда-то. Ага. Я пустую. Оу. Все, меня тут проносят две армии. Я помогаю там, да. Голубой, главное не сдавайся. Что-то с игрой. Выстраивай войска, игрой? Блядь, обороняйся. Мистер Скелетон Фокс. У меня тоже вот. Не, окей. Подлагал. У меня игра умерла, походу. Может, на паузу поставил или что? Все, у меня игра вылетела. У кого? Голубой. Это судьба. Так, по факту 3 в 4 играли. Ну, зелёный, может, уравняем? Потом, да. Может, сейчас переконнектиться получится у меня сейчас? Нет. Подождите. Ну, давайте на компа поменяем, ладно. Типа один хочу сделать. Ох, хоста, какая скорость интернета? Ну, трохо стоит. Или это без разницы? Хуй бы знал. Хост ну, типа... у кого самый мощный интернет, пускай тот и хостует. Чё, в итоге кто остался? Да зачем? Я не понимаю, у меня даже хуйнёй страдал. Ларкас. И чебурек. Голубой, так ты вылетел? Или чё? Я пытаюсь законнектиться обратно. В смысле, как это, обратно, если... Леонард, либо вылетел, либо нет. Короче, хуёвые новости. Хуёвые новости. Ларка с чебуреком вдвоем против троих хуярите, да? И всё, пизда, блядь. Да они вряд ли уже вылетят. Ебать, север чисто, блядь, забирай, не хочу, нахуй. Я хуй знает, как вам тут выиграть, блядь. Синего разъебать. Тебе верхнюю дадут фуру ему в одну минуту. Или две. Верхний он из Египта, он не говорит по-русски. Так что он хуй чё даст. Кирита научится говорить, и тебя, блядь, хуями укроют. Укроют, блядь. Сейчас смотри, что там Кирита делает. Просто нахуй. Пизда. Я родился, хотя это имеет значение. Египтяне, наверное, даже и не знают, что у них происходит, да? Знаю. Да не, у тебя сейчас вынесут твоего дракончика. Бля, я не могу даже смотреть, у меня уже нервы ни к черту. Позовите, когда закончится. Да ничего, броня сейчас закончится уже, нормально. Все, разъебывай. Ебать, нахуй. До свидания. Пипец, сейчас тупо все снесет. Отлично. Ебануться. Да, салатов дэмэдж. Ну зато мне кончик уже. Че там у красного? Нормально все? Держится еще. Красному похуй, он у города стоит, поебать вообще. Герой, фу, вкачанный. Дракона, да? Охренеть. Ларкас, блядь. Уже похуй, даже не на дракона. Ты посмотри на количество ресурсов у красного. Наведи на меня. А, заебись.
О чем дракон остановил? Тебе денег возможно всего. А че пока ты не делал? Че ты их не тратишь? Ты же винишь, ты можешь, блядь, все это потратить. Я их трачу, трачу, они у меня просто их много. Сделай, блядь, 500 казарм ебашно. На самом деле вам надо, чтобы как его красного вынесли. Вам типа его ресурсы достанутся. У него по 5 с лишним тысяч и того, и того. Че, реально достанутся? А у чебурека, блядь, столько же. Ну-ка, че у чебурека? У чебурека поменьше. Какой, блядь? Mm-hmm. А у меня че, уже по 4000 накапал? А у Данила тогда сколько? У Данила? На ранде. Пусть Кирит реально изъедет. Ну все равно. Так да. Можно сделать, то пусть Кирит возьмет, снесет красного, а ты заранее построил эти казармы там. А че у тебя 4000, кстати, и золото? Да потому что мне скинули. Данила, а ты вкачал все? Войско лучше. Так ты ставь эту хуйню, ставь по, это, с парочки кругов афритов спамить. На синего нормально будет помогать. Да, кстати, вот там, где у тебя дракон захватывает, блин, его трансмутатор, кажется. Когда захватишь его, типа, надо туда сразу же поставить, ну, создание войск. Создание. Да, круги нахуй. Ага. Если синий не подкинет. А прям сейчас бахай, пока там территория, ну, нейтральная, чтобы не. А, может, может. Да, ебаш на туре. Вот вдруг перезахватит. А, ну у меня потому что это как-то. Огненный, огненный еще в еби. Не, лучше стеклянный, ушечки, чтобы сделать. Да блять, у него золото дохуя, он может афритов заспамить. Такого огненного уже дракона вроде есть. Ну спамь там тогда манты, что ли. Песчан. У разъебываю нахуй шахту. Да блять, у меня другие фланги были. Да бля, если бы я мог управлять этим драконом, я бы сейчас тут такое натворил, ты же. Ну-ка, а тут чё, нихуя, смотрите. Бабка. Чё он ебашит нахуй? А у него кровь же есть. Непростой парень. Тем более еще минута КД, блядь. Да он ебашит. Кажись, до него кабздата. Сука, это самая интересная катка, блядь, за всю историю. О, да. Можешь спасать дракона до него. Да, он подхилка. Знаешь, ну, народ, как будто бы знал, что будет такая катка и такая толпа собралась. Ладно. Ну, еще и стрим, нахуй. Да. А все пиздай ему, круги. Сейчас вынесут его в два клика. Да не вынесут, ну, там нету войск. Какой нету, там смотри, сколько мант. Они же по воздушным войскам клацают нормально. О. Сейчас еще 30 секунд прокайте их, потом ебанешь ему эту массовую нахуй. Да, есть же этот перемирие у тебя, да? Цитадель еще немножко простоит. Вот пауков разъебываю. О, хорош. Ебать. Ничего, сейчас КД пройдет как раз. Потом у тебя еще и стеклянный шок, кстати. Нормально тоже дамажит. Какого, ну, какого хуя, блядь? Что? А, ну. Шо, опять кто-то будет, или что? Кто? Кто-то. Скелетон это синий у нас. Люди потихоньку отваливаются. Сейчас еще один человек с команды этого вылетит. Скелетон вылетел, нет? Чебурек, никогда не стоит, все время атакуем, короче. Конечно. 5 секунд. Блин, Кабум. Да, кстати, можно вот сейчас войска отойдут. Интересно, контролит он это дело? Не, сейчас. Не, не контролит. А, по всем. На нафиг! Ни хера! По красоте вообще. Создавай войска теперь, мочи его. Да, так, тут у нас что? Ох, еба, сколько перехватчиков там, ты видел? Простите, синего просто навсегда, я, пожалуй, этим займусь. Там еще битва с Левиафаном, блядь. Там стеклянные пушки тебе надо, Данил. Да, а скелетон играет или он вылетел? Играет, вроде как. Если бы вылетел, там бы выскочило сообщение у пацана. Ну смотри, вот красного смели, это уже теперь 3 на 3, но у нас синий, не, это голубой не играет. Контроль, он вылетел, блядь, поэтому... В смысле, двое вылетели уже давно, Вой, ты чё? Тут 3 на 2 сейчас. 2 на 2. Я знаю, я про это и говорю. А кто еще вылетел?
не из хуйня, блять, меня только сейчас показало вот это. Да ну нахуй. Да. Только сейчас показал, что тебя разъебывают. А чё мне не говорить, блядь, не подсказывают, блядь. Я тебе говорил. Говорили, говори. Куда ты, блин, слушал? Он там уже башню даже поставил, нихуя. Блядь, башню, конечно, блядь. Да, он тебе сейчас... Он там и шахтеров тебе побился. Ну, дракон, он просто разъебёт его, если чё. Но у него... Да он сейчас... У него есть... Зароется и всё, и толку. Знаешь, заруется и снесет вот эти вот все твои постройки. Да, конечно, Тимония тебе не хватает. Да, возможно. Уже второй город вынес почти. Я там сказать. Только торговый. Тимония надо. Да, Тимония. Не, ну может быть столицу спасет. У тебя города и здесь есть, если что, нормально пока. А, то есть и вы убрали эту ерунду, типа, при захвате столицы Европы Мирой, да? Он, кстати, королевским да, стал, да. Я и бешу. Чё, Войт, покажи, как там урон наносится. Ну, охуенно наносится. Но у него есть все обилки, блять, он его разъебать может дракона, нахуй. Да, он тебе ваншотнет его сейчас, скорее всего. А он разве может по воздушным целям бить? Конечно. Конечно. Нет, я имею в виду обилки свои. Да, да, да. Не, ну возле городов летай, чтобы он не захватил. Тебе хилку надо ждать, бля, я хуй знаю. Перемирие. Ну, столько войск, что я не знаю, как... Ты смотри, вот желтому дай, блядь, голды, пускай тоже Левиафана изучает, нахуй. Сколько у тебя там? Голды дай ему, скосарик. Пускай тоже изучает. Изучай там, блядь, центр держи пока. Сижу о том, что у меня нет горячей клавиши. Ну, крепость, крепости у тебя. И... Под оранжевым городом изучали Левиафана. Пока он изучается, его еще строить, блядь, долго. Что делать? Блядь, он там героем, способностью за это. Ну, в паровой крепости прокачали Левиафана, чтобы ты его хотя бы мог создать. Сейчас у тебя хилка откатится, блядь. Нет, минутка есть. Еще. У тебя, кстати, нормально сейчас по Тимонию косарь. О, ты героя еще призываешь. Ой, нахуй. Съёбывай. Съёбывай. Неплохо, блядь. Кстати, может быть, из-за таких баталий как раз и повылетали некоторые. Пипец-то ему ты героя дали. Ну, а чё я сделал? Пипец, уже столицу захватили. Один Левиафан. Опасно еще нахуй. У него этот ваншот есть. Еще секунд 10. Ну пусть хотя бы по городу фигачит, чтоб тут его не оставил. Он оказывается и здесь у меня город спиздил какая-то. Ой. Хилится он по 7 в секунду, блять. Левиафан. Все еще хилку. Грубо говоря, можешь хилку включить. Да, нормально. Бля, ультанул себе. Ай. Айс. Ладно, хочешь все, правда. Оу, ультанул. Нихуя ты на сколько флангов играешь, блядь. А это долго еще будет ли? А, у них же два. У них синий, почему у них компьютер играет? У нас хуй дрочит, блядь. Два. Фух, блядь, не разъебал. Угу. Ну и все. Не, он и теперь сейчас. Вот эту попробуй косту... А, нет, зарывается. Да у него закончится эта хуйня. Успеет, нет? Кстати, может быть, ты успел бы его ваншотнуть. Да, кстати, успел бы добить. А, я его не видел, он просто исчез. Почему? Где он теперь вырвался? Так, где мой герой, где? Погоди, он еще роется. А, блин, ты прикинь, какие расстояния ему надо перерыть, чтобы вылезти. Вот и он так быстро вырвался. Так, попробуй на центр. А, там это и. Ты, кстати, Дамонур можешь его вынести. Мне, кстати, вспомнил, что у меня дома попкорн сходил.
Нифига ты. Да, кстати, Даманур. Даманур, слышишь, у тебя есть. Но у него починка там есть, если что. Но у тебя под гневом. Просто она могла бы несколькими ударами его вынести теоретически. Он уже подсебался, да у него плюс починка есть еще, нахуй, либо нет. А он сейчас отхилит, там, блин, быстро. Я потерял свой калькулятор, извините. Ну тебе сейчас восстанавливаться, но. А голубой стоит, да, вот этот, да, вот стоит. Да, чебурек, дай Данилу Тимония, потому что он не сможет восстановить города. Сколько у голубого ресурсов? Чекни. Две с половиной. Куда голда делась, интересно? Нормально. Может строить что-то, блядь. А, ну башню нахуярил. А синий тоже комб, да, ебашит? Да. Пипец, ресурсов мало у вас. Ну хули, они ж строят постоянно. Разъебываются. Посмотри, сколько у Кирита ресурсов. А, куда левее? Сам сделал. До него пиздец, блядь. Да не, он живой кружится. Если еще и весь Матюма не отдал, поэтому... Тут у него молот есть. Там еще левелфан готовится. Мне он уже исследовал, но мне его не могу купить, потому что у меня ресурсов нет. Не, два левиафана это пизда будет, нахуй. У желтого что там с левиафаном? Мы же говорили. Ну он строит, нет, у него есть. Только что сказал, что у меня ресурсов нету, блять. А, ну хоть исследовалось. И все, ресурсы теперь надо. Золото. У Ларкса уже к этому времени нихуя нету. Наверное, лучше дракона отведи к основному войску до него, а там уже в тылу пусть войско. Надо добраться. Кстати, может быть что-нибудь на территории. Тебе тогда героя надо ему выбрать. Героя, да, надо забрать эту всю хуйню. Пятый уровень, а хуйня. Слушай, может быть, пускай там на территории героя, что голубого что-нибудь строится. Там войска какие-нибудь тоже, чтобы ее не забрали. Да это без разницы вообще, от него толку все равно. А нафига он держит против дракона? Тут рейдер, если что. Да, на шахту ебашь. Вот туда, блин. Сейчас, ничего, еще минута откатится у тебя. Химка. Еще и доку заберешь. Теперь столицу осталось добить, и потом шахтеров. Да тут пехоту надо подвести просто, блядь. Чтоб захват пошел. Да. Там юниты стоят, они не дают захват сделать. Да. Отрядников 10 где-то, наверное. Снайперского нет просто. Нихуя, левиафан, смотри. Фиолетовый левиафан. А у него обилки. А, блин, он может зарыться сейчас. Ах, он лечится. Лечится сейчас. Пипец. Это вам транспортатор нужен. Слышишь, чебурек, ты сможешь его сделать? Если у тебя его нет. А, у меня завод прототипа проблемы. Сейчас его за мне просто держи. Завод разъебут. Тебе не нужен завод прототипов, там лаборатория научная нужна. Я знаю, просто скомарный стал. Здесь два левиафана у них. А почему не зарылся по левиафану? Он его разъебет. Нифига, одним да. Дархой что ли? Нормально. А сколько у него хп? Все, пошел Кирита куда-то нахуй. Я ебет. Все, отхилился и обратно в тыл. Смотри нахуй. Где он сейчас? Давай, где он выкопается? Опа! О, пиздец, дракону донил. Все, сейчас он тебе ваншотнет. Не, не ваншотнет. Ваншотнет. Ах ты, сука. Сука. Пришел, увидел, победил, блядь. Да, пизда, блядь. А вы говорите, левиафан хуйня, нахуй. По поводу трансплантатора. Ну ебать, он отгефал, нахуй, сука. Да что, даже если шахтеры будет грамотно использовать, они могут левиафан завалить.
если их будет 1000, да. Я вообще не слышу, да? Вообще похуй. Тебя не слышно, ты реально. Ладно, что там трансмутатор говорили? Я вообще хуй, что такое трансмутатор? Вот чё я Алексей сказал? А, нет, не трансмутатор, нет, блядь, по-другому называется. Его слышишь? Нейтранслятор, нет, как-то... Нейтрализатор может, нет? Нейтрализатор, во, точно. А жёлтый, жёлтый ебашит, нет? Тут ещё жёлтый. Я хуй знает, центр. Они походу принесут, я хуй знает. Не, все, да. Че, у тебя на дракона нет денег, нихуя? Да, конечно. Нихуя нет. Пизда. А ему нельзя было отдавать. Пять мы играли. И вот. Два в три. Че там, три в четыре, потом два в три. Ну да, да, хуево, что вылиты эти, блядь. Вот еще Левиафана не успел построить желтый. Может, ресурсов нет, мне в два раза меньше золота. Да не, вся, все, вас уже вынесут сейчас. Давай. Да это хуйня, трата времени, пацаны. Не, ну держались хорошо, слушай. Ну да, игра крутая была.